Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем переделывать другую ручку моей сестры. Здесь также все хорошо относилось, ничего не поломалось. Ссылку на видео, где я делала другую ручку, также оставлю внизу в описании. Кому интересно, можете пройти посмотреть. И пока я здесь снимаю старое покрытие, хочу напомнить вам, что на моем канале проходит конкурс, призом которого является $30. Если вы еще не участвовали, обязательно участвуйте, условия очень простые. Какие именно условия, я оставлю также внизу в описании, открывайте и смотрите. Сегодня последний день конкурса, поэтому поторопитесь. Пилочкой 100 на 180 грит придаю форму ноготкам и опиливаю неровности от фрезы. Апельсиновой палочкой приподнимаю и отодвигаю кутикулу. Фрезой пламя с красной насечкой где-то на 18 тысячах оборотов вычищаю птеригий. Работаю с переключением реверса. Все ссылки на фрезы и товары, которые вы увидите сегодня в видео, я также оставлю внизу в описании. Открывайте, проходите, смотрите. Кутикулу срезаю шаром с синей насечкой где-то на 8 или 10 тысячах оборотов. Обезжирила ногти и наношу тонкий слой базы. Сегодня буду использовать базу от Born Pretty. Наношу тонкий слой и сушу в лампе. А лампа у меня сегодня не простая, а также от Born Pretty. Это мини-лампа, которая имеет только 6 светодиодов. И сушит она только 1 минуту. У нее такой таймер. Можно, конечно, выключить и раньше, но я для перестраховки сушила минуту. Когда вышло время, я апельсиновой палочкой проверяю, просохла ли база. И да, все просохло. Укреплять ногти буду гелем-замесом, который замешала сама. Видео также будет в описании. Сначала тонко промазываю весь ноготок, затем ставлю небольшую каплю, распределяю, помогая себе тонкой кистью, переворачиваю ручку на 5-10 секунд и отправляю в лампу на просушку. Сушу опять же вот этой мини-лампой, и после минуты все просохло, она сушит даже гель. Для дизайна мы будем использовать термогель-лак. У меня вот такой вот старого выпуска, также от Born Pretty. Он в холодном состоянии черный, а в теплом должен быть белым, но он серый. Наношу 2 тонких слоя, обязательно сушу в лампе. Эта мини-лампа и с гель-лаком справляется очень даже хорошо. На сайте у Born Pretty я увидела вот такой вот гель-лак и решила его сделать сама. Сначала я попробовала вот такие блестки нанести на один ноготок. Они очень красивые, красиво сверкают. И когда я их нанесла, они перекрыли полностью цвет гель-лака. Они мне не понравились, я их стерла. Они красивые, но эффект не тот, что я хотела. Потом я взяла втирку, также от Born Pretty, и смешала ее с топом с липким слоем. Взяла много втирки и получилась вот такая вот у меня кашица. Нанесла на ноготок, уже похоже, но все равно очень сильно перекрывает цвет. И в последний раз я взяла вот такие мелкие блесточки, смешала также с топом. В этот раз я уже не брала много блесток, а так чуть-чуть. И этот эффект мне уже понравился. Все остальные ногти также перекрыла этой смесью и также топом. Сделала небольшое выравнивание, просушила все ноготочки в лампе. И вот такие ноготочки у нас в итоге получились. Сейчас они в холодном состоянии, но в конце видео я вам покажу, как они реагируют на тепло.
Еще раз напоминаю про конкурс. Условия очень простые. Проходите, участвуйте. А кому понравилось это видео, можете поставить лайк. Мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал. И всем до скорых встреч. Пока-пока.